Какая девочка! Здравствуйте! Здравствуйте! Как вас зовут? Меня зовут Азалия, мне 14 лет. Что вы нам хотите показать? У меня танец «Мажорец спорт». Это так, новый вид спорта в Кыргызстане. Я совместила с танцами. О! А кто вам в этом помог? Кто я вас... сама. Сама? А кто вас поддерживает? Папа. Вы готовы? Да. Но мы хотим посмотреть на ваш новый вид спорта. Мы вам желаем удачи. Спасибо. Давайте. Очень красивый, очень креативный номер и интересный. У меня вопрос, Азалия. А кто рядом с вами? Папа. А это папа. Нужна поддержка. Нон-стоп. Там звучала ваша песня. Да, да, это было неожиданно, прям ух, прям сердечко. На самом деле вы большая молодец. Спасибо. Учитывая то, что вы самостоятельно все это делаете, без художественного руководителя, мне кажется, это вдвойне тяжелее, поэтому респект вам с папой. Да, спасибо. Папа, конечно. Мировой. Лучший. Я тоже буду таким отцом для своей дочки. Ух. Я уже пример беру уже. Папе, конечно, большой поклон. Просто что-то номер чисто не понял, конечно, но молодцы ребята. Я увидел пару огрехов, но то, как ты с ними справилась, за это я тебе дополнительно аплодирую. Если честно, немного сложно. Честно. Но мы, конечно же, скажем. Да. Да. Спасибо. Я скажу нет. С огромным сожалением, но я говорю нет. Мой голос. Да, но у вас два. Спасибо. Да и два нет. Вы не проходите следующий тур. За креативность папе вам огромное спасибо. Спасибо, спасибо вам, браво. Это вообще. Любовь отца и дочки – это вообще самое, мне кажется, надежное в этом мире, да, любовь? Ох, аж про дочку вспомнил прям. Айту – это не только мессенджер, но целый новый мир. Пиши, звони, смотри и слушай то, что в тренде.